Ого, ты смотри, что со мной происходит? Я взлетаю. Я взлетаю и лечу вверх. Что такое я нахимичил? Ха-ха-ха, прикольно, мяу. А, можно пресс качать, ничего себе. Хо-хо-хо. Ой, включил дельтаплан и начал летать по спортзалу. Всем привет, Мурмяу, с вами котенок Лайк, и сегодня мы играем в игру Roblox Simulator школы. Ну что ж, давайте начнем. У нас здесь огромный выбор, кем мы можем быть. Учитель, директор, спортсмен, болельщик, второкурсник, первокурсник, студент предпоследнего курса. Ну давайте будем первокурсниками, друзья. Так, у нас какой-то урок. Драматургия. Оу, ну пойдемте на драматургию. Естественно, мы уже здесь и оказались, конечно же. Так, это какой-то театр. Видимо, сейчас мы должны показывать драматургию. Как нам это делать, интересно, мяу? Я не знаю, тут какие-то есть. Да, какие-то позы есть. Можно плакать, точно, драматургия, это же печально, все плохо. Мяу. По-моему, я отлично справился. Я не знаю, ребят, надо спрятаться, наверное, за сцену. Как нам туда зайти? Вот, заходим. И давайте начинаем. Начинаем, что же делать? Ну, плакать, естественно. Да, как все печально. Веснушка куда-то ушла, записала видосик, а со мной не захотела записывать. Ах ты, что ж ты будешь делать? Ладно, здесь все понятно. Никого нету. Кстати, почему-то никто не пришел на урок, хотя учеников-то много. Где все? Куда все делись? Я не понимаю. Давай сюда сходим. А, это мы зашли за сцену, как бы здесь ничего такого интересного нету, и пойдем сюда, сходим. А вот и все ребята, почему прогуливаем уроки, почему они все разваливаются, что с ними происходит? Мяу, непонятно. Давайте посмотрим, что есть в буфете. Надо же нам перекусить перед сценой. Пицца! Ням-ням-ням-ням-ням. Да, мы можем взять что-то одно. Хотя уже, походу, ничего не можем. У меня было 5 монеток, и я их уже потерял. Чтобы их приобрести, естественно, нам надо их купить. Да, это логично. Мы, кстати, можем жилье. Тип жилья. Упить комнату в общежитии. Упить. Ну, естественно, это называется купить. Мы попали в общежитие. Так, у меня есть, оказывается, комната даже. Ничего себе! То есть я могу здесь себе что-то покупать. Купить большую комнату, начать вечеринку. Так, чтобы начать вечеринку, нужно заплатить денежек. Посмотрим, что мы можем здесь сделать здесь в жилье. Походу, я не знаю, а как нам тут покупать. Вот это, наверное... Да, вот оно, смотри, мы можем даже себе машину купить. Ничего себе, домашние животные, продукты, вещи и кучу всего. Ага, здесь есть, кстати, коды какие-то, значит, их можно вводить. Цвет машины, я почему-то не пойму, где здесь покупать диваны и все остальное. Как-то немножко странновато, ладно, пойдем. Когда у нас начнется новый урок, я что-то не понимаю. Непонятно, что происходит. А здесь в общежитии куча пустых комнат. Можно еще телепортироваться. Стрельба, готовка. Так, ночной клуб, гимнастический зал, стадион, бассейн. Просто куча всего. Пойдем в скейт-парк, мы телепортируемся. А где же взять скейт? А где взять скейт, друзья? Не буду же я кататься на своих лапах. Ладно, давай телепортируемся еще куда-нибудь. Я давно играл в эту карту, не было всяких телепортов. Давайте сходим в спортзал. Так, интересно, ко мне кто-нибудь присоединится к спортзалу? Интересно, интересно. Нужен второй человек нам, ребята, нужен второй игрок. Смотрите, вот и игрок к нам присоединился. Так, ну что ж, начинается замес. 11, 10, 9. Сейчас что-то будет крутое. Здорово, парень, как дела? Идти в бассейн, у нас надо идти в бассейн. Ладно, пойдем в бассейн. Раз уж у нас такое задание, все-таки мы ученики, а в другой раз мы обязательно поиграем во что-нибудь. Так, видимо, у нас физкультура, но почему все плавают в одежде, ребят, я не знаю. Разве
Сейчас уже новые правила какие-то у нас в школе. Плавать в одежде, обычно все плавали голые. Ой, что я говорю, шучу, конечно, все плавали в плавках. Так, ну ребята здесь отдыхают, у них здесь, смотрите, прям пар идет, как в джакузи, в сауне. Очень круто, у девочки костюм Человека-паука, и из нее торчат какие-то гигантские лапы паука. Что с ней, бедняга? Мяу. Ну что, здесь можно забраться на вышку. Ох, смотрите, один приятель уже залез. Ничего себе, как он прыгнул, ты видел? Вот это да, мяу, я тоже так хочу. Я хочу быть самым крутым пловцом из всех, что когда-либо были. Так, я могу сделать сальто, интересно. И пошел. Уху, есть, ты видел, как я ровно вошел. Это все благодаря моему хвосту, который балансирует меня. Там, кстати, яхта. Слушай, мне нравится расположение этой школы, потому что у них за окном море. Ребят, кто учится в такой школе, у кого за окном море? Это очень классно. Ладненько, давайте сбегаем еще куда-нибудь. Есть вышка поменьше, но там, скорее всего, придется также прыгать. Пойдемте в спортзал, все-таки мы поиграем. Поиграем в какую-нибудь игру, я надеюсь, к нам присоединятся. И мы сделаем то, что хотели. Забьем пару голов. Вот он, приятель, бежит. Смотри, давай, давай, забегай. Все, давай. Нам сейчас, наверное, дадут мячик, и мы с тобой будем играть в баскетбол. У-ху! Кто любит баскетбол, ставьте лайки, друзья. Сейчас мы посмотрим, кто самый крутой баскетболист. Кто здесь Майкл Джордан? Так, ну что, начнется игра, нет? Все, свисток. Так, куча мячей. Как бросать-то? Что-то я вообще не втыкаю. Походу, я не могу заходить за чужую территорию. А, это вышибалы, что ли? Надо попасть друг в друга. Я думал, мы играем в баскетбол. А тут, походу, кидаем друг друга мячики. Что-то я все выкинул, у меня не осталось ни одного. А может, я ошибаюсь, может, надо играть в баскетбол. Все, пора идти на урок. Что-то у нас ничего не получилось. Ого, смотрите, это у нас урок полета на дельтаплане, ничего себе. У меня в школе такого нету, а у вас, друзья, есть? Оу, что-то подожди, как лететь-то, что-то я не пойму. А, вот. Ничего себе, слушайте, ну я вообще-то боюсь высоты. Но, видимо, всем все равно. Все летают и кайфуют. Ну, это круто, это очень здорово. Интересно, далеко мы можем улететь или нет. О, волейбольная площадка есть. Кто-то купил себе все-таки крутые тачки. Есть, смотри, как мы круто играем. О, летаем точнее. Этот парень, с которым мы играли в баскетбол или непонятно во что, он тоже классно летает. Вот это да, сверху дирижабль. Мы сможем долететь до дирижабля, друзья? Как вы думаете? Я не знаю. Мы просто летим, летим и летим туда. Как можно выше и очень долго почему-то. Так, возможно, здесь даже можно долететь до Луны, если очень захотеть. Так, а телепортироваться вроде можно было на дирижабль. Даже не обязательно туда лететь. Но раз уж мы уже начали, давайте попробуем долететь. И посмотреть, что же там будет такое. А может быть, не будет ничего. Но какой-то свет там есть. Возможно, туда можно зайти. Да, есть проход, смотри. Так, как мне вырубить? А, все, отлично. Ничего себе, мы прилетели на дирижабль с друганом моим. Здорово, парень, давай посмотрим, что здесь есть. Ну, тут ничего нету. Да, к сожалению, здесь ничего нету. Ну что ж, давай посмотрим, куда мы можем еще телепортироваться. Ночной клуб. Пойдем в ночной клуб, потанцуем. Надо же и отдыхать иногда, друзья. О, тут все танцуют. Крутяк. Сейчас мы тут тоже... Где у нас тут танцы-то? Так, 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 так. Ой, ну это какой-то женский танец. Нет, что-то не то, давай нормально. Во, уже похоже. Отлично, братва. Там спортсмен какой-то, ничего себе, смотри, какой он качок. Эй, чё, здоровый самый? Крутой, наверное. Так, что здесь еще? Оу.
Во, круто! Ребят, пишите в комментариях, кто умеет танцевать брейк-дэнс. Это на самом деле очень круто. О, да! Мяу! Слушай, мне нравится эта игра. Прикольная. А куда мы здесь еще можем сходить? Пойдем подкачаемся в спортзал. Так, могу здесь потягать штангу. Беговая дорожка, все понятно с ней. О, отлично, можно подкачаться. Нужно подкачаться. Опачки, давай, друган, смотри, надо нам с тобой бицуху накачать. Так, я могу и так, и сяк, и как хочешь. А это что у нас, сидя, что ли? Нет, тоже лежа. Почему-то везде здесь только жим лежа. А, вот еще коврики, можно отжиматься. А, можно пресс качать, ничего себе. Хо-хо-хо. Ой, включил дельтаплан и начал летать по спортзалу на дельтаплане. Отожмемся. Мои руки съел пол, ребята. Как так? Я же просто хотел поджиматься. Окей, понятно. Здесь спортзал, а здесь качалка. И давай мы с тобой посмотрим. Я не знаю, мы проголодались, пойдем сходим на обед. В столовую. А, мы здесь уже были, у нас же нет монет, мы ничего не можем съесть, точно. К сожалению, ничего не можем. Эх, так, это подписчик с нами тоже бегает. Ну, давай посмотрим, значит, стадион, беговая дорожка. Во, здесь есть футбольный мяч. Слушайте, я люблю играть в футбол. Сейчас я забью гол. Так, соперники есть, нету? Пока никого нету, я могу забить гол. Так, есть! Котенок Лайк забивает. Все, я думаю, меня должны вызвать в сборную России. И тогда мы точно выиграем чемпионат мира по футболу, ребята. Давай, давай. У-ху! Круто! Никого почему-то нету, никто ко мне не присоединяется. Играть в футбол. Так. Ну, ничего страшного. Мы сами себе хорошие друзья. Сами справимся. Бежим, бежим, бежим. Почему-то мало уроков. Я думал, будет куча всяких интересных каких-то уроков. О, пойдем сходим в науку. Ничего себе. Так. У нас здесь куча всяких капсул, колб, смотри. Так, на буковку Е можно что-то брать, сюда смешивать. Да, давайте еще что-нибудь. Прям намешаем кучу всего, прям, чтобы, я не знаю, с краев лилось. Нельзя больше, что ли? Ладно, тогда давай нажмем эту кнопку. Что-то здесь написано, сейчас что-то будет. Мы взорвали, взорвали школу. Шучу, конечно, школу мы не взорвали. Но взрыв определенно был. Так, у нас здесь написано, что можно химичить. О, интересненько, давай вот это салют или что это такое? Красную плюс зеленую. Давай сначала берем с тобой красненькую, заливаем. Теперь берем зелененькую, заливаем. И сейчас что-то будет интересное. Так, так, так. Да, смотри, прям в разноцветные брызги, но на картинке я ожидал лучшего. Давай сделаем синее и зеленое. Так, не то я взял, по-моему, хочу взять синюю. А, вот так вот. Бежим, синенькую и зелененькую. Есть. И теперь у нас будет что-то крутое. Да, смотри, зеленая краска взрывается, взлетает во все стороны. Это очень круто. Очень круто быть первокурсником, потому что ты ничего не знаешь и можешь делать все, что хочешь. И никто тебе ничего не скажет, потому что ты скажешь, а я же не знал, друзья, что так будет. Мяу. Желтое и синее. Там какой-то человечек. Я не пойму, что это значит. Ого, ты смотри, что со мной происходит? Я взлетаю. Я взлетаю и лечу вверх. Что такое я нахимичил? Ха-ха-ха, прикольно, мяу. Это было очень круто. Ну, взрыв, это мы уже, в принципе, видели, да? Хотя, может быть, попробуем сделать взрыв по схеме красные и желтые. Сейчас увидим, что из этого выйдет. Я же взял, да? Взял. Чё?
Как мне вмешать это? Давай сюда красное и желтое. Сейчас взглянем, что здесь будет. Ну, это самый веселый класс, походу, здесь. Так. Бам-бам! Ничего себе! Хо-хо-хо-хо! Мяу! Здорово, здорово! Ну что ж, друзья, это было на самом деле достаточно весело. Я надеюсь, вам понравился этот видосик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте, пожалуйста, лайкосики. Всем удачи, до скорых встреч. Мурмяу, пока.